Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и наш видеообзор товара, выставленного в нашем интернет-магазине. В данном случае мы рассмотрим туристическую плитку Гефест ПГТ-1 и маленький секрет. Так, плитка Гефест. Плитка сделана у нас в Беларуси. Фирму Гефест многие, наверное, слышали, многие знают, многие пользовались. Итак, что они нам предлагают? Вот такая. Небольшая, компактная, удобная, туристическая плитка. Естественно, в комплектации у нас идет, помимо рассекателя, идет сами рожки, так называемые. Немножко жестко стоит, но это для того, чтобы они потом самопроизвольно не выскакивали. Что у нас еще здесь есть? Инструкция есть. Здесь конструкция, видим, максимально простая. Регулировка подачи топлива. Естественно, без пьезоподжига. Штуцер. В комплектации также идет шланг. Длина шланга 1 метр. Обычно этого мало. Который надевается сюда. И при помощи хомутов фиксируется с одной стороны плитки, с другой стороны к редуктору. Здесь у нас руководство по эксплуатации на большом количестве языков. Технические характеристики у этой плитки. Мощность у нее идет 1,5 кВт. Размер, высота 10 см, ширина у нас 17 см и глубина 20 см. В принципе, это все технические характеристики, которые необходимы тому, кто собирается взять ее с собой, допустим, на рыбалку, в качестве обогревателя, в качестве приготовления пищи. Такая плитка неприхотливая в эксплуатации, не требует много места. Вот. Ну, сейчас мы хотим рассказать еще об маленьком апгрейде данной туристической модели. Почему именно эта туристическая плитка, а не какие-то там более дорогие аналоги. Многие рыбаки хотят взять с собой подешевле, побюджетнее, но и пофункциональнее. Для этого берут дешевую плитку, как можно посмотреть у нас на сайте, она стоит значительно небольших денег. И, наверное, и вот такая вот у нас есть такая прибуза. Вот, это одна из новинок на нашем рынке, которая уже, хотя не первый год, но популярность ей, можно сказать, все идет, и идет, и идет. Это так называемый дожигатель газовый, который также недорогой. Хотя подорожали по сравнению с прошлым годом, но тут уже зависит не от нас. Вот. Дожигатель. Для чего он нужен? Первое. Внутри у нас, сгорая газ, попадает сюда, и здесь он скапливается и догорает, то есть он выгорает полностью, остается минимум количества газа, который попадет вам в палатку, то есть и все тепло, которое идет от газа, у нас получается концентрируется в этом дожигателе, то есть дожигатель становится красным, то, соответственно, теплоотдача плитки намного значительно вырастает, и палатки у вас тепло, уютно, хорошо и светло. В комплектации с дожигателем у нас идет вот такая ручка удобная. Она у нас идет для того, чтобы можно было при необходимости снять дожигатель и убрать в сторону. Вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, покупайте дожигатели, плитки и все необходимое для туризма, рыбалки в нашем интернет-магазине. Меня зовут Арсений, рекомендую.